Всем привет, вы на канале Колкубер. Давайте быстренько посмотрим новый iPhone. iPhone 13 Pro Max на 512 гигабайт деленный. У нас память получается 128 гигабайт. А нет, 512. Старая цена по акции 114. Это у нас 13 Pro за 97 тысяч. Кстати, iPad. iPhone 11, 12. Новые. Так, что там? Такие вот iPhone. Apple Watch. И аксессуары для iPhone. Вот MagSafe. Вот у нас AirPods. Кстати, это у нас новые AirPods, вышли 11 месяцев тому назад. Адаптер для Apple, чтобы заряжать iPhone намного быстрее. 13 iPhone 84 тысячи. Давайте фоточку для YouTube. Серебристый iPhone за 107 тысяч рублей. Так, и вот такой вот серый iPhone за 107 тысяч рублей. В общем, напишите комментарий. Стоит ли брать iPhone 2022?